Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня мы посмотрим такой эффект магнита. Вот смотрите. Видите? То есть движение. Тут два магнита. То же самое будет, если один будет магнит, один металл. Видите? То есть вот она сила. Если наоборот, допустим, то наоборот, кажется, поворачиваем так. Это поворачиваем так вот. Видите? То есть наверх. И вот на ровном. Теперь это сюда. Ну вот, наоборот. То есть это наверх. Видите? То есть наверх катится. Без разницы. И в эту сторону. То есть думали, что скат был. А вот если на скат. И в эту. Поворачиваем. И на горку. Вот, без разницы. То есть ската нет тут. Движение идет, видите? Вот вам. И вечный двигатель. То есть вместо этого два магнита динамика. Можно применять один магнит и колесо. Железная вода. Поэтому вот такая схема получилась. Значит, так, просмотрим эту схему. То есть делаем раму. Вот рама неподвижная. Здесь закрепляется неподвижный магнит. Подугадываем расстояние, чтобы его тянуло. Большой магнит. Здесь колесо просто железное. Ну, можно даже с обычного колеса снять там. Железный обод или там маховик, лучше колесо. Вот. Вот здесь вал, и на валу, и здесь еще идет колесо обычное от автомобиля. Здесь можно автомобиль сделать. Вот. Дальше там кабина и второе колесо, небольшое вот такое. Вот вам вот человек сидит. Человек сидит, рулит. Вот на руле руки. То есть вот он, автомобиль получился. Вот это, значит, мотор. Здесь, значит, идет рама. Закреплен магнит, закреплено на валу колесо, которое подугад на расстояние. И здесь колесо, которое крутит ведущее. Это вот будет, значит, к нему бежать все время. Вот это вот будет тянуть. Но так как здесь закреплено будет капитальный этот магнит, он к нему не притянет. И это закреплено капитально. То есть, значит, зазор останется, она будет двигаться. И это будет крутить. То есть получается. И также, если убрать кабину, допустим, вот, убрать кабину и второе колесо, то получится сюда поставить на колесо вместо колеса генератор. Закрепить. Обычно магнитом. То получится генератор тока. То есть получается вечный двигатель магнитный. То есть можно машину ставить. И генератор тока. Тоже можно машину ставить. То есть генератор тока можно использовать дома. То есть без кабины просто вот это. Рамой вот здесь вот колесо. Это железное, и на нем это вот генератор. То есть простая схема, ее надо применять. Для этого надо, конечно, средства, я думаю,
чтобы пустить в промышленное производство это все изобретение. Миллионов 5-10 долларов на это хватит. То есть и спонсоры все есть. То, не знаю почему, спите. То есть схема готова. Так что, как говорится, не уголь, нефть и газ — это прошлый век. Мы переходим на вечные двигатели. Осталось только дело за малым. Все это собрать, то есть небольшие средства. Если для себя это сделать, то тут обойдешься там, допустим, 1005 долларов, чтобы это все заварить, сварить, там пробы произвести. Вот. А на промышленной основе надо хотя бы построить-то все, 10 миллионов. На этом сегодня заканчиваем. До свидания. До новых встреч.